сегодня мы с вами приготовим маринованные зеленые помидоры по-корейски. Это очень простая закуска, готовится очень легко и просто, и главное, из доступных продуктов. И что же нам потребуется? Потребуются зеленые помидоры, морковь, острый перец, чеснок, лук, зелень петрушки и кинзы, молотый кориандр, сахар, соль, уксус и растительное масло. И главное, желание приготовить. Все ингредиенты и их количество я пропишу под видео. Заходите, смотрите и готовьте. Далее берем терку для корейской моркови и натираем морковь на терке для корейской моркови. Если у вас нет терки, можете просто тонко нарезать. Затем в морковь добавлю немного соли. И хорошо перемешаю рукой, чтобы морковь стала мягкая. Нарезаем полукольцами лук. На сковороду наливаем растительное масло. Как только разогреется сковородка хорошо, начнем обжаривать лук. Лук я добавила и помешивая обжариваю до золотистого цвета. Пока обжаривается лук, помидоры нарезаем вот такими тонкими колечками или кружочками. Мелко нарезаем острый перец. Если вы любите очень острое, семена не удаляйте. В обжаренный лук добавляем острый перец. Перемешиваем. Добавим сюда молотый кориандр. Перемешаем. Многие лук не добавляют именно в помидоры, а мне так больше нравится. Я вам показываю рецепт так, как я готовлю дома. Перемешали. Еще буквально минутку и отставляем лук. Чеснок можете мелко нарезать или же пропускать его через пресс. Я использую пресс. Вот так. И мелко нарезаем зелень петрушки и кинзы. Начинаем смешивать все ингредиенты. В морковь добавляем помидоры. Аккуратненько. Чеснок. Лук с острым перцем и кориандром молотым. Зелень петрушки и кинзы. Добавляем сахар, соль. Все хорошо и тщательно перемешаем. И оставим помидоры постоять примерно на 5 минут. Перемешиваем аккуратно, снизу вверх. Добавим 2 столовые ложки 9% уксуса. И все перемешаем. Мы перемешали. Как видите, у нас есть сок. Помидоры еще дадут больше сока. Поэтому они очень хорошо промаринуются. Сейчас мы сверху
Поставим легкий гнет, то есть мы укроем тарелочкой и поставим банку с водой. И такие помидоры уберем в холодильник ровно на сутки. И через сутки они будут готовы. Если вы приготовите такие помидорки, вы не пожалеете. Они действительно очень-очень вот такие вкусные, хрустящие и очень ароматные зеленые помидоры, маринованные по-корейски, у меня получились. Кушать такие помидоры уже можно через сутки. И если вы приготовите этот рецепт, я надеюсь, вы не пожалеете. Закуска очень легкая и простая в приготовлении. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также заходите в мою группу ВКонтакте и делитесь своими интересными рецептами и оставляйте свои рекомендации и пожелания. И не забудьте подписаться на мой второй канал. А вам всем скажу, готовьтесь с любовью, экспериментируйте, и все у вас получится. Ведь экспериментировать — это классно.